Магаданцы, которые получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, до конца года должны перейти на карту МИР. С 1 января кредитные организации обязаны будут зачислять социальные выплаты только на определенную платежную систему. Такие требования не действуют на тех граждан, кому деньги приходят на счета без использования банковских карт или доставляются почтой России. Заявление на выплату из средств материнского капитала можно подать в любое время в течение 3 лет с момента появления ребенка в семье. Однако не все имеют такое право. Кто имеет право на эту выплату, кто ее получает? Это семья, в которой среднедушевой доход на каждого члена семьи доход составляет менее чем 2 прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного в каждом субъекте Российской Федерации. Он в каждом субъекте свой. То есть в Магаданской области семья, у которой есть право на материнский капитал, и ее среднедушевой доход составляет меньше, чем 41 600 рублей на каждого члена семьи, она может принять решение и направить свой материнский капитал на свои повседневные нужды. Выплату устанавливают по заявлению. Размер выплаты – прожиточный минимум на ребенка. У каждого региона он свой. На Колыме – 21 052 рубля. При обращении в первые полгода выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления малыша, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. Если обратиться в пенсионный фонд позже установленного времени, деньги будут перечислять со дня подачи заявления. Период предоставления такой выплаты – 1 год. После истечения срока нужно повторно обратиться в органы ПФР. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой сейчас действует беззаявительный порядок продления. Но, опять же, эпидемиологические обстоятельства сейчас, мы уже не отмалчиваемся, если видим, что истек период определенный, звоним и по телефону с семьей согласовываем, продолжается эта выплата, либо нет. Составляется акт, и уже на основании акта, если семья согласна продолжать, то еще на 1 год устанавливается такая выплата за счет средств материнского капитала. Такой порядок действует на семьи, в которых ребенок достигает 1 или 2 лет в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. Обращаться в ПФР таким семьям не нужно. Акт согласия на продление выплаты будет оформлен специалистом ПФР дистанционно, по телефону. Напомним, родители, которые получают такую выплату, уменьшают общую сумму материнского капитала.